только собрались, третий день. Вроде бы все физически хорошие, травм нету. Будем дальше продолжать готовиться к турниру. Нам предстоит играть со сборными Швейцарии, Словакии и США. Мы знаем, что США – это очень хорошая команда, которая на буквально недавно завершившемся турнире в Канаде выиграла его и продемонстрировала очень хороший хоккей. Ну, будет очень здорово сыграть с ними и помериться силами. Сложно было играть первым номером, но мы обязаны это делать, потому что соперники будут намного сложнее, нежели здесь. Турнир очень серьезный, мы готовимся к нему.